В 10-й день Олимпиады российские спортсмены принесли команде 2 золота. Чемпионами игр стали боксер Евгений Тищенко и борец Давид Чеквитадзе. Еще 2 награды на счету гимнаста Дениса Аблязина. Таким образом, Россия по-прежнему остается на 4-м месте в неофициальном командном зачете. У страны 11 золотых медалей, 12 серебряных и 12 бронзовых наград.